музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка «Летний джаз». Она проходит в рамках одноименного Всероссийского историко-культурного фестиваля. В залах МВЦ представлены произведения живописи и графики художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и других российских городов. Все работы гармонично дополняют друг друга и погружают посетителей в музыку лета. Здесь звучит музыка красоты, музыка лета, музыка даже вот наших музыкальных инструментов, потому что мы здесь проводим различные и мероприятия в рамках этой выставки. Наши художники здесь будут проводить и мастер-классы, и еще у нас будут творческие встречи с художниками. В пятницу 12 августа жители Реутова смогут принять участие в мастер-классе по графическому коллажу от Любавы Куракиной. 18 августа состоится творческая встреча с художником Ашотом Шагиняном. В программе фестиваля также запланированы поэтический вечер и концертная программа. Мы рады тому, что у наших горожан есть возможность пообщаться вот с этими творческими людьми, задать им вопросы, поучаствовать в мастер-классе, научиться какому-то мастерству от вот этих творческих людей. На мой взгляд, это очень-очень и трогательно, и познавательно, и где-то можно найти новых друзей даже. Вот такой вот у нас фестиваль, который действительно всех объединяет. Экспозиция «Летний джаз» будет звучать для реутовчан до 27 августа. Дарья Матвеева, Александр Попов, телеканал ТВ «Реутов».